Добрый день, с вами Елена Лабуть. Сегодня 29 июля 2018 года, Браслав, и я вам хочу показать площадку, которая готовится к фестивалю международному уже «Вива Браслав». Вот здесь, смотрите, уже приехали у нас карусели, разные аттракционы. Здесь, похоже, будет аттракционная площадка, паровозики. Здесь, видите, уже навесили фонарики, которые будут светиться. Так, здесь, скорее всего, будет сцена. Дальше смотрим туда. Здесь дорога, здесь будет все перекрыто. Вон там, слева от с той стороны, вон видно, там также строят сцену. Немножечко дальше, за знаком Браслав, будет у нас площадка для палаточной городок и кемпинг. Там уже навешан свет, там устанавливают... В общем, все необходимое для кемпинга. Это все здесь будет перекрыто. Если будет хорошая погода, можно будет купаться, загорать. Это у нас спасательная станция. Так, вот наше самое большое озеро Тревяты. Сейчас я пройду, все покажу. Так, все это будет, как я говорила, перекрыта вся дорога. Пока можно ехать знак 40. Так, спасатели всегда у нас работают на чеку. Дальше берег. Сегодня жара, 29 июля. Вода очень теплая. Очень сегодня круто, очень много людей. Поэтому надеемся, что на фестиваль с 3 по 5 будет погода к нам благосклонна. Будет очень много, где можно что купить. Планируется, что к нам приедет 35 тысяч человек. Так, здесь будет жизнь кипеть и день, и ночью. Так, часть уже здесь стоит. Так, сейчас я вам покажу сам пляж. Здесь есть сцена, которая у нас стоит все лето. Кафе «Пляж Браслав». Круто, работает до 4 утра. Вот вы видите берег Тревят. Это у нас так все заставлено машинами. Люди, которые приехали загорать, купаться. Сегодня у нас прям как на море. Как на Украине, как в Крыму. Асфальт очень горячий, идти невозможно. Вот вы видите, сколько людей. Здесь можно взять на прокат лодку, катамаран, байдарку, покататься. Так, вот здесь уже видно, да? Вон видно наш Браслав. Все это будет светиться, все будет устанавливаться. Работа уже идет. Так, вот видим и пункт проката. Все побережье занято, весь берег, весь пляж. Вот мини-кафе «Парус», который у нас с недавнего времени работает. Так, сегодня праздник МЧС, 165 лет, здесь тушение, показательное занятие. Сцена установлена, все танцуют, поют, мажутся красками, веселятся и тут же моются из-под пожарного шланга. Так, с дороги мы видим Тревяты. Идем ближе к кафе. Там можно купить мороженое, напитки, пиво, сигареты. Так. Ну вот, сегодня столько людей. Всех приглашаем к нам на 3-5. Ищем жилье, остаемся. Будет очень жарко и весело. С вами была Елена Лабуть. До новых встреч. Ставим лайки, подписываемся на мой канал.